Ну что ж, всех приветствую на нашем канале. И сегодня мы будем распаковывать две посылки для сайта AliExpress для собак. Ну что ж, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ну а мы начинаем. И начнем мы с вот этой вот посылочки. Тут есть внутри у нас пищащий порисунок для собачки. Вот такой вот. Такой вот поросенок для собачки в обычном пакетике. Вот такая вот игрушка с приятного материала. Поросенок для собачки. Такая вот. Ну что ж, это была первая посылка. Ну что ж, переходим к следующей посылке. И следующая посылка, это вот эта, там где тоже должна быть посылочка для собачки. Да, это игрушка, такой вот мячик. Мячик из колокольчика, с такой свинящей внутри штучкой. Не помню, как это называется. Такая вот. И снутри что-то вроде бы колокольчика. Мягкая. Вот здесь вот небольшой такой дефект. Розового, зеленого, голубого и желтого цветов. Внутри этот металлический колокольчик. Моя игрушка, которая еще мягкая. И такая вот такой вот мячик маленький для собачки. Это были посылки для собачки с сайта AliExpress. Это вот такая игрушка и мячик. С такой звенящей немножко. И ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. Ну, а мы заканчиваем.